В южных районах области местные фермеры выращивают далеко не пшеницу и овощи. В хозяйстве Марата Кузахметова главная ценность – радужная форель. Идея разводить рыбу пришла к супругам Кузахметовым во время отдыха в Адлере. Посмотрели всю эту систему и решили повторить. Выбрали правильное место, подобрали нужный нам цикл, где воды у нас, то есть пропорции идут воды больше. Учли все параметры и сделали хозяйство, которое работает прекрасно без насосов, самотеков. Место действительно наиболее подходящее. Поселок Гремучий Павловского района и река Избалык, средняя температура воды в которой 15-18 градусов. Рыба в таких условиях чувствует себя прекрасно. А при соблюдении всех норм выращивать форель можно круглогодично. И дикая рыба, как правило, сезонна. Начиналось у нас с маленького объема. Построили мы 4 бассейна, вырастили. В 2016 году вырастили мы 4 тонны форели, вот ее реализовали. Получили грант тоже в 2016 году, построили дополнительно 6 бассейнов. Результат налицо. По итогам 2017 года хозяйством было произведено 25 тонн товарной рыбы. На этом решили не останавливаться. Сейчас в ведении Марата не только бассейны, но и научно-производственный центр, где другие рыбоводные хозяйства и организации могут получить подробную консультацию. В планах у Марата уже до конца этого года запустить новый инкубационный цех. Пока предприниматели из Гремучего работают только на Ульяновском рынке. Форель можно встретить в супермаркетах города. Однако Марат надеется, что совсем скоро рыба будет красоваться на столе у жителей других регионов. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.